Литва – страна, объединяющая красоту природы и прекрасную архитектуру городов. Даже если есть всего несколько дней, ты успеваешь почувствовать дух Литвы. Благоухающая природа, захватывающая дух наследия, оставленное местными богатырями, переплетаются с прекрасной архитектурой. Исторически так сложилось, что у Литвы целых 4 столицы. Кроме нынешней столицы Вильнюса, эту функцию выполнял Каунас. Первой столицей Литвы стал город Кирнаве, а второй – Тракай. Столицы 4, и каждая из них по-своему уникальна. Мы предлагаем начать путешествие с улочек старого города Вильнюса, включая в ознакомительную прогулку самые интересные столичные церкви, дворцы и даже кладбища. Далее ознакомьтесь с холмами Кирнаве. Городом Тракай и холмами, расположившимися в его окрестностях. Свое же путешествие вы можете завершить в Каунасе, осмотреть самые интересные памятники архитектуры. Пустившись в это путешествие, полное приключений, вы познакомитесь не только с чудесами архитектуры, но и с мифическими местностями, своеобразными творениями природы и объектами, важными для истории Литвы. Проснувшись утром, уделите время прогулке по крупнейшему старому городу в Европе. Выпейте кофе и понаблюдайте, как здесь сливается воедино природа и архитектура, что создает особенный дух города. Здесь вы найдете множество предметов архитектурного и природного наследия, виды которых заставят вас невольно ахнуть от восхищения, даже если вы не будете знать историю или вам не удастся нанять гида, который детально введет вас в курс дела. Фотографии или отснятый материал помогут наглядно ознакомиться, а описание предоставит всю необходимую информацию. Наверное, нет ни одного человека, которого Вильнюс и остальные 3 столицы Литвы оставили бы равнодушными.